Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор работы двигателя и механической коробки передач автомобиля Kia Ceed 2013 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, G4FG. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Работа двигателя на высоких оборотах. Выхлоп чистый. Пробег автомобиля 118 816. Ошибок по двигателю нет. Еще раз проверим работу двигателя. Проверим работоспособность коробки передач. Коробка передач переключается плавно. Замер компрессии. Первый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Второй цилиндр. Одиннадцать килограмм. Третий цилиндр. 11 килограмм. Четвертый цилиндр. 11 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.